Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайки, комментарии. Дополнительные ссылочки внизу в описании. Сегодня у нас 20 октября. С утра у нас прохладно. Температура воздуха 13 градусов. Море в целом спокойное. Дует легкий бриз. Температура моря 19 градусов. Море прозрачное, как стекло. Приятно искупаться сейчас. Конечно, не как летом. Но если двигаться по воде, то совсем даже и не холодно. На пляже сидят чайки, буревестники. Людей практически нет. Время 7 часов. Как обычно, в Сириусе в это время только спортсмены на улице находятся. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно запишитесь на мои экскурсии, подпишитесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!